дома. То есть на природу там выехать? Да, на природу план? Страшно. Страшно. Ясно. Пока еще страшно. Спасибо. Вот так вот, в городе. Ну как, пойду к отцу. Отец меня инвалид второй группы, умер, пойду на кладбище, отдам честь, дань. И еще есть ветеран, я работаю тоже, несмотря на то, что я на пенсии, я еще работаю, но надо поехать ветерана, женщину поздравить. Мы преподаватели. И завтра с детворой идем на возложение цветов, где каждый. Поеду домой, в Харьков. Ну, где все, собственно. Поедем на природу с палатками, на рыбалку, возможно, охоту. Вроде все. Отмечать, конечно, планирую, но где отмечать, я не знаю, потому что я постоянно в разъездах. Но, возможно, буду в Херсоне. Как планирую, не знаю, как дадут. Дело в том, что из Донецка. И дадут отдыхать, будем отдыхать. Живу в районе аэропорта. Поэтому что могу сказать? Я еще ничего не думала, простите. А традиции какие-то, может быть? Ну, прекрасный праздник, 1 мая. Жалко, что его нет. И 9 мая хороший праздник. Как всегда. Это как? Ну, как всегда. Как всегда в советское время. На природе. С друзьями, с семьей? Конечно, да. Ой, на природу, на шашлыки, конечно. С семьей, с друзьями? С друзьями. Дома будем планировать. На природу не хотите в этом году? На природу? На огород. Да не планирую. А почему? Обстановка не такая.